Привет! В этом видео разберем, что такое GPU Hotspot и какая температура считается нормальной. Итак, температура GPU Hotspot, или как ее еще называют, температура перехода, это самая высокая температура, которая фиксируется на графическом процессоре, то есть на GPU имеется несколько датчиков, которые расположены в разных областях чипа, и вот там, где GPU греется сильнее всего, это и есть температура GPU Hotspot. Сейчас вы можете видеть, что температура GPU около 60 градусов. В это же время температура Hotspot достигает 80. Разница этих показателей составляет 20 градусов, и это считается нормально. То есть нормальная разница температур между GPU и Hotspot не должна превышать 20-25 градусов. В зависимости от модели видеокарты и от нагрузки, температура GPU Hotspot может отличаться. Но в любом случае, если температура GPU Hotspot выше 100 градусов, стоит проверить, а не пора ли обслужить видеокарту, почистить от пыли, заменить термопасту, ну или улучшить циркуляцию воздуха в корпусе компьютера. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. И да, а какие температуры видеокарты у вас?